Холодный ветер свистел в ушах Феникса. Перед ним возвышалась гора. Не волнуйся, Феникс. Моя страсть разожжет огни наверху. Они согреют тебя. Может, согреешь огнем своей страсти и меня? Нет, даже предложи ты мне орден. Тифон хотел помешать Фениксу добраться до вершины горы. Не сдавайся, Феникс! Ты справишься! Единственное, что ты здесь получишь.
статуя твоего отца, Кронос. Едва ли не хуже меня. А, перестань. Он ведь пытался тебя съесть. Моя мать, Рея, вместо меня подсунула ему камень. Возможно, зря. А ты прав. Ну, знаешь ли. Нет, я о том, что у статуи в руках должен бы лежать камень. Куда же он пропал? Подумай, если бы он съел и тебя, то Деметра, Гестия, Гера, Аид и Посейдон остались бы у него в желудке. Ты их спас? О нет, я обрек их на вечную жизнь со мной. Скажи, что хуже? Аиду ты точно нравишься. Угу, он дал мне 2 ампоры вина в дорогу. Думаешь, нравлюсь? Никогда не сдается. Я выковал молнию, чтобы согреть тебя. Спасибо, Гефест. А вот мне пришлось ждать свое копье с алмазным наконечником целую вечность. Вдохновение не терпит подчинения. Не то что ты. Это был интимный эксперимент, который мы ни за что не станем повторять. Золотой остров внизу казался таким мирным. Хватит глазеть вокруг, Феникс. Ты у цели! Нужно одолеть Лигерона! О чем ты думаешь? Ни о чем. Забудь. Мир полыхал! Дети нуждались во мне, а я неделями кутил с Аидом. И совершенно забросил. У тебя было много забот. Я даже не знаю, где она сейчас. Да. Паршиво, мне жаль.
Феникс был полон решимости. Один лишь взгляд на вершину придавал ему сил. Скучная часть. Может, пропустить? Прометей! Рассказывай уже. Чудовища. Сражение, как кипит кровь. Хватит, Прометей. Хватит. Не пытайся меня ободрить. Я от этого не по себе. А я продолжал изменять Гере. Я хотел развлекаться, не желал воспитывать детей. Я все время думал только о себе. Ах, как же труд эти цепи. Сейчас у нас речь не о тебе, Прометей. Мимо прокатилась жемчужина. И тут Феникс задумался. Есть ли усы у устриц? Хватит, Прометей. Не смешно. Такое чувство, что тебя отчислили из школы клоунов за неуспеваемость. Ты подался в пантомиму и принял стоны своих зрителей за смех. Знаешь, а мне таки стало немного лучше. Восходящего солнца. В полном опасности и пути Феникс попал в западню. Как же мне одолеть и их, и Легерона? Я с тобой, Феникс! Боевой клич Ареса пробудит в тебе you
Впереди Феникс заметил точное подобие огненного колеса царя Иксиона. А, да, царя, которого я навеки приковал к этому колесу за попытку соблазнить мою жену, хотя сам спал со всеми, кто мне приглянулся. Какой я лицемер. Но он ведь был еще и убийцей. Еще бы, он ведь сын Ареса. О, я опять его оскорбил. Это слишком просто. Когда Иксион стал преследовать Геру, ты подсунула ему взамен тучу. Да, думал, что это забавно. Как безответственно. У них родился уродливый сын, которого смертные вечно гнали прочь. Он нашел себе место лишь среди лошадей. Спал с ними, умер в одиночестве, всеми забытый. Все не так плохо. Кобылы, с которыми он спал, породили кентавров. Страстных людей конечья анатомия вызывает много неуютных вопросов. Ну-ну. А, башня Фемиды, богини закона, семьи и справедливости. Тоже моя бывшая. Все делала по правилам. Изменять ей было невозможно, и я ее бросил. Но не убил. Пока. Также была провидицей и помогла мне развить свой дар. Пусть молния моего молота согреет твой путь. Эта женщина знала будущее, видела и слышала все. Знаешь, каково это, когда ты еще ничего не сделал, а уже дал маху. До сих пор кошмары снятся. Полубогов, меня не остановить!
Весы, созвездие правосудия, символ твоей власти, о, Зевс, ведь ты взвешиваешь поступки смертных.
Что-то навеяло. Помнишь, как я их создал? Сперва в мире жили титаны. И я, и другие боги одолели. Славное было время, Зевс. Да, славное. После я начал создавать смертных. Первые были из золота. Идеальные и скучные, и я их уничтожил. Другие из серебра. Но те были глупы и вредили сами себе. Тогда я выбрал бронзу. Большая ошибка. Они принялись сражаться, пока не перебили друг друга. Четвертой попыткой были герои. Они были просто великолепны. Из чего же ты их создал? В том-то и беда, я потерял рецепт. А нынешние смертные? Пятый век. Эти из железа. Лучшие из всех. О, ты правда так думаешь? Если бы ты не украл у богов огонь и не отдал смертным, тебя бы сейчас здесь не было. Ты же знаешь, что можешь это изменить. Я здесь из-за тебя. С железными сразу же что-то пошло не так. И чем дальше, тем хуже становилось. Может, использовать сок виноградной лозы? Или, скажем, оливковое масло? Что же не так с железными смертными? Распущенность, себелюбие. Они не хотят мыть руки. Жаждут удовольствия и власти. И то создают кумиров, то отвергают богов. Они неуправляемы. В точности, как ты. О, похоже на то. До прихода Зевса в мире царили страдания и хаос. Сейчас то же самое. Я ничего не добился. Сразу почувствовал неладное рядом с этой, дай угадаю, башней Геры. Прометей, я так любил Геру, что стал ради нее кукушкой. Она любила зверей и птиц, я так хотел, чтобы она сказала мне «да». Но она сказала «нет». Ей пришлось выйти за меня. Я опозорил ее тогда и позорю теперь. Я не могу без измен. И Гера не может быть со мной счастлива. Я всех обманываю. И себя тоже. Вообще-то это башня Мойра. Я неловко вышла. Пусть моя страсть согреет твои чресла, то есть сердце. Готово! И кто из нас герой или Герон? Хм.
Эй, хвост Цербера! Ты украл нектар, дитя мое! Да, я подстрелил голубей, которые несли его на гору. Все, как ты говорил, Тифон. Что? Славно. И хор богов, и нектар, дающий им жизненную силу. Теперь добавь их в котел. И хор? Кровь богов. Поспеши, дитя мое. Дитя мое, это слишком. А теперь яд Гидры, что сразил Геракла, и воды из Стикс, самой смертоносной реки в царстве Аида. Выжди, а теперь добавь адамантин. Осторожно. Славно. Теперь дай мне фиал. Этот трон будет мой, когда мы убьем богов? Когда я отравлю их этим ядом, его поцелуй сразит любого. Вот что он затеял. Убить их всех. Пожалуй, мне это нравится. Лигерон! О, сейчас повеселимся. Эй, Шустрик! Как ты здесь оказался? Я все слышал. Посмотри. Ну чем я не бог? А тебя я сделаю богом мифов. Ты увековечишь меня в своих историях. Здорово. Ты не осознаешь, что делаешь. Не отдавай Тифону яд. Не волнуйся, братишка. Тебе не придется убивать богов. Я все сделаю сам. Покончим с прошлым. Ура грядущему! Нет, я не позволю! И где же твое войско? Его нет, но есть я. О, так ты не шутишь? Не хочу, чтобы ты позорился, но выбора нет. Посмотрим, что ты можешь. Ну же, братья, давай! Ух ты! Я много упражнялся. Пора перестать тебе поддаваться. Давно пора. Бойся своих желаний. О, пожалуй, мне это нравится. Это что, его коронная фраза? Ну же, Феникс! Я покажу тебе, как... Это уже не смешно, Феникс! Не принимаешь меня всерьез? До сих пор? Я не это имел в виду. Я хотел быть таким, как ты. Сделал бы все. Попроси ты меня о чем-нибудь, хоть раз. Но ты меня не замечал. Что ж, тебе же хуже. Сдавайся, пока не поздно. Ты этого хочешь? Я хочу тебе помочь. Нет! Прошу! Перестань! Зачем? Ты же в одиночку одолел 1000 спартанцев! Приплыл в гавань и потопил все их корабли за одну ночь! Победить меня гораздо проще! Нет! Я этого не делал! Что? Что? Прометей, как это? Я спрятался. Ясно? Корабли затонули во время шторма, а всех солдат убили. Я все придумал. Понял? Что придумал? Да все. Я научился этому у тебя. Ты такой искусный рассказчик.
В твоей истории невозможно не поверить. Ты так красноречив. Пожалуй, можно сказать, что это у нас семейное. Это не красноречие, это вранье. Все одно, что дерево, что бревно. Я стану богом и превращу ложь в правду. Никто ничего и не узнает. Лигерон. Тифон, нет! Стой! Это большая ошибка! Нет, 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 нет. Вдруг он использует зелье... Герон, стой! Невероятная наивность! Нельзя оборачиваться в таких случаях! Это золотое правило, так же, как и «веди список дел» или «прежде чем проглотить своего ребенка, убедись, что это не камень!» Ценный совет. Знал, если он последует за братом в это подземелье, пути назад не будет. Прекрасная Гера, богиня-мать, мудрая Афина! Посейдон земли колебатель, ретивая Артемида, способная попасть из лука в сердце Калибри, лицемеры все они. На помощь! Кто-нибудь! На помощь! Вот ваши боги! Слабости погубят их, как это случилось с Ахиллом. Это не твоя вина, ты жертва. Где мой брат? Этот лжец? Зачем мне отдавать ему трон Олимпа? Благодаря тебе тайное стало явно. Где он? На своем месте. Обращен в камень. Но тебе еще не поздно одуматься. Ты вернул богам их сущность. Убил многих чудовищ. Доказал, что достоин. Возможно, ты будешь служить мне. Я не стану убивать богов. Как же... Но этого следовало ожидать. В тебе ведь тоже течет их кровь. Нет! Довольно! Пора исполнить пророчество!
Ты даже не знаешь, что делать со своей силой, невеста! Тифон пал от клинка Феникса. Да, молодец, Феникс. Прометей, дай 5. Впрочем, не надо. Увы, мы не создали идеальный мир. Но я не держу зла на тебя. Ведь в тебе нет изъянов. Поэтому я расскажу тебе правду. И с последним вздохом он открыл тайну. Гермес, твой отец. Что? Феникс полубог? Мой отец? Гермес? Желая поговорить с Гермесом и помочь брату, несмотря ни на что, Феникс покинул логово Тифона. Если поспешить, то можно будет увидеть, как с окаменевших спадут чары. Что ж, я проиграл спор. Поздравляю, Прометей. Но тут кое-что не сходится. Пан тоже сын Гермеса. Да. Копыта? У Феникса их нет. Верно. А еще непонятно, для чего Тифону было зелье, убивающее богов. И ты ведь знаешь, что Феникс не увидит, как со смертных спадают чары. Потому что это ты обратил их в камень. Да, мы с тобой спорили об этом. Перед тем, как я пошел кутить Каиду. Картина начинает проясняться. Что ты сделал, Прометей? Ты не хотел слушать, и я вмешался в ход событий. Буря, настигшая Феникса? Не случайность. Мой брат Атлант устроил ее. Стой! Как ты говоришь, вырвался Тифон? О да, ему тоже помог Атлант. А твой рассказ? Он правдив. Все, кроме конца. Я рассказал тебе все это, чтобы отвлечь. Тифон не украл твой дар прорицания. Мой дар при мне и не подводит, не то что твоя память. Я ведь как-то раз говорил тебе, и ты не послушал. Если та нимфа родит от тебя дитя... Фетида. Ваше с Фетидой дитя превзойдет тебя. Но Феникс смертный. Он ведь был ранен. Не был. Здесь я солгал. Жар был ужасен, но Феникс шел не останавливаясь и погрузил молот Гефеста в самый центр пламени. Смертным не под силу взять этот молот. Вот и все! Феникс станет пеплом! Лишь я могу обуздать молнию! Нет, не может быть! Отец твой не тот, кто с детства тебя взрастил. Старший Фетида плод отца превзойдет. Небесный герой, время вернуться домой! Гермес... Не отец Феникса. Феникс мой сын! Зевс, людей в камень обратил ты?
Отвечай! Да, это был я. Значит, Тифон сказал правду. Зачем? Людей этого, Железного века, я создал сам. Я вдохнул в них жизнь. Но проходили годы, и я видел, как люди бездумно причиняют друг другу боль, видел их жестокость и себелюбие, видел, что все становится хуже. Я решил, что зря дал им жизнь, решил отнять ее. Но теперь вижу, что совершил ошибку. Я осудил их за несовершенство. Но я понял, что мои дети, которых ты спас, тоже несовершенны. Смертные подобны богам. Если честно, мы... Я даже хуже. Без меня вам всем будет лучше. Да, пришло время исполнить пророчество. Я так тобой горжусь. Пообещай стать хорошим правителем и, что еще важнее, хорошим родителем. Я знаю, что ты несовершенен, но ты мой отец. И это самое главное. Ты что, не убьешь меня? Что? Ты думал, что так легко отделаешься? Признать свою ошибку — лишь первый шаг. В общем, как говорит Арес, нужно и правда быть лучше. Но это 5 или даже 6 шагов? Я бы сказал, скорее 12. Жизнь! Не лестница и не марафон! Делай все правильно с первого раза, или пожалеешь. Ну, разумеется, он еще жив. Похоже, я тебя переоценил, дитя. Второй попытки не будет. Тифон, нет! Нет! Удачи, детка! Сразись со мной, дитя! И твои отец и брат отправятся в Тартар навеки! Такого раньше не случалось. Я, Талимпа, усовершенствовал меня и моих детей. Феникс, дитя Зевса и Фетиды, ты падешь от руки убийц богов! Эй! Кто-нибудь слышит меня? Гермес! Афродита! Кто-нибудь! Yeah!
увидишь, как смертные будут жить в моем новом мире! Ha ha ha!
гоняться за Афродитой, чем помогать тебе. Приближайте гибель мира!
скорее покрасит волосы, чем поможет тебе. Я знал, что ты придешь ко мне, герой. О, так мал, так невинен, совсем один.
Легерон! Феникс, ты, возможно, ты был прав. Ты слишком мягко выразился. Ты пришел спасти отца и сводного брата. Трогательно, но напрасно. Что? Это долгая история, но у твоей мамы была такая... Молчи, узурпатор! Тобой я займусь позже! Дитя Зевса и Фетиды! Я решил, что ты погибнешь здесь! Ты даже не знаешь, что делать со своей силой, невеста! Берег это вино для особого случая, но решил, что мне надо бросать пить. Знаешь, лучше обзаведись несколькими клетками. Так-так. Этот трус возбросил и был таков. Твой папочка оказался сплошным разочарованием, не правда ли? Эй! Зевс, может, и никчемный, но он наш отец, урод! Вместе вы погибнете! Вот я есть, и вот меня нет! Срочная доставка! Просто поставь подпись! Ой, неужто возврат? Нет! Я безупречен! А боги никчемные! Тифон, пора пустить в ход молот! Ты думал, все будет иначе? Как же так вышло? Ты недоразумение! Хотел бы стать величайшим! Сила любви сведет тебя с ума. Вы все шумные мерзкие лентяи! Вам нет дела до планеты! Решение принято! Ты приговорен к смерти, Тифон! Возражение не принимается! Наводнение! Перенаселение! Войны! Я покончу со всем, ты умрешь, как и жил! Один! Ха-ха!
конец! Познай мой настоящий гнев! Невежеству не победить! Совершенство! Есть смысл? Не согласен. Мы наверняка наделаем ошибок. Но хаос тоже нужен нам. Нужен, чтобы расти. Может, пощадим его, но лишим свободы? Яд! Я слишком слаб! И яд пожирает меня! Что велит тебе сердце? Пощадим его! Поспешим отсюда, пока выход не закрылся. Воссияй же ярко среди звезд, Фосфор. Крылья Дедала погибли. Пламя Тифона сожгло их. Я починю. Есть идея получше. Хотя я не сомневаюсь в твоем мастерстве, Гефест. Он что, вежлив со мной? Это пугает. Сын. За отвагу на поле боя и доброту вне его. Ах, скука. Гермес, сосредоточься уже, а? Не горячись, Афина. Сейчас ты разгорячишься, как на костре. За то, что показал мне, я могу быть лучшим отцом вам всем. Я люблю погорячее. Иди ко мне, Арес. Хо-хо-хо! Твоя страсть опаляет меня. Я что, невидимка? Вторые роли — это не твое, Гефест. Ну все, хватит! Разводимся! Заткнитесь все! Как я могу извиняться, если мне так и хочется сбросить с Олимпа вас всех до единого? Опять! Добро пожаловать в семью, Феникс. Надеюсь, я не пожалею. О, ух ты! Как красиво! О, боги! Фосфор! Я думал, ты погиб! Погиб! Но теперь он всякий раз будет оживать. Я создал для тебя новое существо. Эта волшебная птица пылает жаром самого солнца и никогда не сдается. Птица Феникс! Ха. Что сказать? Я не заслужил. Заслужил, брат. Бери. Ха. Ну ладно. Беру. О, и последний подарок. Хм, кого-то нет. Где Легерон? Кто-нибудь видел Феникса? Может, дрожит от страха где-нибудь?
Или вообще уже мертв? О, боги! Скажи, ты уверен в этом решении? Бу! Да, уверен. Идем, дитя. Я покажу тебе все. Эй, постой. Думаешь, можно дать мне крылья, Феникса, вернуть жизнь обращенным в камень, и я забуду обо всем, что ты сделал со мной, со своими детьми, с Афродитой, со всеми? А что, нет? Эй, я шучу. Я брошу пить. Я вступлю в группу поддержки, почитаю манускрипты о том, как быть отцом, а Ид свидетель. Ладно, дам тебе шанс, но буду за тобой присматривать. Папа. Я тоже тебя люблю, Феникс. Меня кто-нибудь слышит? Зевс! Феникс! Кто-нибудь! Эй! Помогите кто-нибудь! Кто-нибудь! На помощь! Смертный! Я здесь! Я? Да, у меня есть ключ. О, слава богам! Давай же! Да, но... Зевс велел сперва рассказать тебе кое-что. Что? Что рассказать? История Феникса будет мне искуплением. Все началось в море. Нет! Это хуже, чем орел! Проклятый Зевс! Huh.
Thank you.
Итак, кто превратил Калиста в медведицу? Ты, Гера или Артемида? Всех, кто делит со мной ложе, постигает печальная участь. Правда, позже. Сразу после все обычно довольны. Спасибо, что разъяснил. Зевс, меж богов величайший и лучший, к тебе моя песня. Милости в путь, громозвучный кранит, многославный, великий. Ты что, флиртуешь со мной, Прометей? Это цитата, Зевс, расслабься. Huh.
Ликаон. Он угостил меня человечной, так что я обратил его в волка и убил 49 его сыновей. Я много могу простить, но людоедство? А убийство и кровосмешение тебя не смущают. Это мелочи, Прометей. Забывать, сколь многим ты рискнул, только чтобы дать Кроносу зелье, из-за которого того стошнило, всей твоей родней. Я спас их всех лишь потому, что боялся одиночества. Нет, честно. Феникс набрел на одинокую статую Зевса у вершины горы. Казалось, взор изваяния обращен на что-то очень далекое. У меня что, такой ужасный профиль? Зачем ставить статуи Посейдона на вершине горы Зевса? Хороший вопрос. Моих статуй на дне моря не найдешь. И на что он смотрит? Вот настоящая загадка. Там Феникс нашел странно расположенную статую Аида. Он умеет хорошенько повеселиться. Не раз оказывался незнамо где и не помнил, как туда добрался. А, ясно. Это статуи трех олимпийцев, благодаря которым воцарились... Ugh.
Thank you.
Защитим Золотой остров от экологического терроризма Тифона!